Мое почтение, дамы и господа. Как вы поняли из катсцены, разговор сегодня пойдет о оружии, а именно о пистолете Heckler Koch Mark 23 SOCOM. Присаживайтесь поудобнее и чай. Чай налей. Слышишь? Чай или кофе? Ну, можно и сок. Налил? Все, я спокоен. Приятного просмотра. Короче, долго размусоливать не буду, и сразу по делу. Heckler Koch Mark 23 SOCOM очень уж напоминает своими формами всеми легендарной USP, да по сути это он и есть, но фишка этого пистолета в том, что на него можно навешать всяких модулей, но об этом чуть-чуть попозже. Расскажу вам сразу, где изготовить или где взять эту игрушку. Первый способ найти ее уникальный вариант в самом начале игры. Тип Foxhound Mark 23, расположенный возле опрокинутого фургона снаружи убежища 111. Он уже будет снаряжен глушителем и лазерным целеуказателем. Плюс ко всему увеличенный урон, как для начала игры я считаю нормальным, так как патронов в начале будет очень мало. А лежит он, если что, вот тут. Второй способ изготовить вручную в химической лаборатории. Также вы сможете его найти у стрелков, начиная с 20 уровня. И, кстати, не забываем про читпрогу In-Game ESP Explorer. Ну, это для тех, кто уже совсем обленился. Пистолет, кстати, 45-го калибра, что, в принципе, не так уж и плохо, так как этот калибр можно легко найти у мафиозников, сняв их с трупов или томиганов. А вот теперь, друзья, поговорим про модули, и вот тут уже интереснее. На пистолет вы можете оснастить прицелами разной кратности, даже есть снайперский прицел шестикратный, голографический, обычный светящийся во тьме, несколько видов глушителей, дульный тормоз, фонарик, лазерный целеуказатель, даже есть приклад, похожий как у советского автоматического пистолета Стечкина. Он же АПС, ресиверы на ваш стиль игры, рукоятки, несколько наклеек, даже можно тип патронов выбрать. И я не про калибр, а вот прям про тип патронов. То есть бронебойные, взрывные, зажигательные, высокоскоростные, тяжелые и так далее. В общем, много улучшений как визуальных, так и свойственных. Поэтому я вам хочу пожелать приятного времяпровождения у оружейного верстака. А еще классное, то что имеется поддержка Skywinner Scope Overlay Framework с настраиваемым оверлеем для дальних областей. Если сказать по-русски, то это просто новые прицельные сетки. Но для того, чтобы они работали, игру необходимо запускать через FOCE. Так, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать, как пистолет звучит и какие у него анимации. Ну, в общем-то как-то так. Кстати, пистолет представляет собой модифицированный оригинал iStorm MK23 SOCOM, ссылку на который я оставлю в описании. Ну и, друзья, вот не могу пару слов от себя вставить. Пистолет крайне понравился. Я не знаю, как его раньше не видел на просторах интернета, но он завоевал мое сердце всем. Я вообще при возможности в играх хожу с немецким вооружением. А тут такая красота. Хорошие текстуры, качественные звуки выстрелов, с глушителем и без. Анимация перезарядки, да короче. Теперь он всегда у меня будет под рукой. К скачиванию я вам крайне рекомендую. Ну что, будем завершаться. Надеюсь, вам коротко и понятно рассказал, что это за игрушка такая. А тебе, если понравился обзор, поддержи его лайком и подпиской на канал. Все нужные ссылки будут в описании. А вам я желаю не болеть и быть на позитиве. С вами был Тоха. Всем пока.